на сцене группа «Крыхетка». Ребят, ну у нас сегодня он снова стал лучшим, Криштиану Роналду, да? Я так понимаю, песню вы какую собираетесь исполнять? «Хлопчик для сердца бытия». О, так я это же про Криштиану. Про Криштиану? И за него так уж. Добро. Давайте послушаем. Спасибо. Такой сентиментальный получился день евро, 13-й по счету. Спасибо, Крыхетка.
Я думаю, Рональдо должен был оценить и вашу песню, и тот видеоряд, который был у нас на экранах, который только подчеркивал неповторимость любимого футболиста Ириши Блохиной. Уважаемые друзья, вы смотрели «Великий футбол». В студии были Ириша Блохина, Александр Денисов и наша дружественная. До встречи завтра. В это же время на канале «Украина». Все только начинается. Пока.